Что не праздник, то спортивный. Сотрудники Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области сошлись друг с другом в борьбе за победу на соревнованиях по пляжному волейболу. Пожарные, спасатели и другие сотрудники ведомства разделились на 6 команд по подразделениям. Играли в группах по 3 команды. Победителям в каждой из групп предстояло затем побороться за призовые места. Это командная игра, это небольшая разгрузка от нашей работы. У нас работа очень сложная. Ребята с удовольствием сегодня собрались, чтобы побороться, поиграть. И я думаю, что здесь больше даже победит, скорее всего, наверное, дружба. Потому что таких мы же коллеги, мы выполняем одно дело. Ну и будет небольшая разгрузка. В первой игре на пляжной площадке встретились команды пожарно-спасательного отряда и управления надзорной деятельности. Хоть встреча и дружеская, победу упускать никто не собирался. В ходе напряженной игры счет то и дело менялся, и в итоге вперед вышли волейболисты пожарно-спасательного отряда. Любой спорт – это, сами знаете, непредсказуемый, это ажиотаж. Все у нас практически сотрудники подготовлены, кто-то средне, кто-то сильно, в каждом виде есть свои лидеры. Но в общем команды все сплоченные, физически подготовленные, поэтому игра сегодня проходит очень эмоционально и очень красиво, так можно сказать. По итогам соревнований места распределились следующим образом. Почетное 3-е место завоевали специалисты Центра управления в кризисных ситуациях. Серебро у огнеборцев пожарной части номер 8, а победителями дружеского турнира стали игроки пожарно-спасательного отряда. Никита Натапов, Богдан Патрин, новости 21.